В Японии на глазах у десятков человек неизвестный мужчина совершил самоподжог. По словам очевидцев, человек, одетый в костюм с галстуком, сначала обратился к прохожим на площади у железнодорожного вокзала в Токио, а затем поджег себя. Таким образом, он выразил протест против планируемого изменения Конституции. Согласно новому положению, правительство страны получит право использовать вооруженные силы за пределами Японии. Сейчас мужчина в больнице. Насколько серьезны его ожоги, пока неизвестно.